В Иванове сотрудники наркоконтроля задержали гражданина Республики Таджикистан, у которого в результате обыска было обнаружено более 145 граммов героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Наркоторговцу грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 500 000 рублей. С начала года это уже четвертый факт пресечения незаконной деятельности по сбыту наркотических веществ в нашем регионе. Ситуация со сбытом психоактивных веществ в области находится под пристальным контролем наркополицейских. Так, в прошедшие выходные была пресечена попытка пересылки наркотических веществ на территории исправительной колонии. Сотрудниками службы госнаркоконтроля была изъята бандероль, в которой находилась марихуана, весом чуть более 103 граммов. Всем причастным к данному преступлению лицам грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф до 1 000 000 рублей.